Итак, третий день влогмасов. Собираюсь на работу. Поехали. В общем, сегодня у нас прям снегопад. Снежок очень там хорошо нападал. И темно. Хотя вот время без 28. Но, как вы видите, очень темно. Вот все. И довольно неприятный ветер со снегом. Я, правда, вышла из дома и забыла одеть шапочку. Но я очень редко хожу в шапке зимой. В основном так капюшон набрасываю, потому что постоянно в машине. Поэтому, в общем, как-то не очень тепло. Но ничего. Сегодня безумный снегопад, просто такой. Он вроде как бы и без особого ветра, не метель, но в то же время довольно сильный. Как вы видите, у меня даже, не знаю, видно, не видно, весь телефон в снегу. Поэтому сейчас буду ждать свой автобус и уже потом поеду домой, по пути почитаю книжечку. Вечером уже буду вязать. Всем еще раз привет. Время уже без 15:11. Я немножечко поработала, сделала одну голову дракону. Вот так она выглядит. Если честно, ну как бы здесь совсем нечего вязать, да, тем более у меня уши были связаны и вот так вот голова. Но я провозилась с этой головой почти полтора часа, а может быть даже больше, потому что вот эти все маленькие деталечки, глазки, бусинки, зубки, вот все-все друг к другу пришить, ушки, ноздри, это столько времени занимает, просто гигантское количество времени. За это время можно связать еще целую игрушку. А вот эти мелочи, конечно, они прям очень сильно отнимают время. В итоге у меня получилась только одна голова. Больше моих нервов сегодня не хватило на этого дракона. Я вообще не очень его люблю вязать, так скажем, потому что, ну, не могу сказать почему, вот он у меня всегда идет тяжело. Я его за один присест связать не могу. Он у меня стоит недели две, три, а иногда месяц, и я прям вот заставляю себя к нему подходить и вязать его. Не могу сказать почему, может быть, потому что очень тонкая нитка, крючок у меня полтора, и мне не очень комфортно, так скажем, его вязать из такой тонкой ниточки, вот столько мелких деталей, которые занимают огромное просто количество времени. Но я его зато успела отфотографировать, и завтра, если у меня будет время, я уже дальше приступлю к написанию формата PDF на мастер-класс вот этого дракончика. Вот. А сейчас пойду дальше, что-нибудь повяжу. Хочу что-нибудь маленькое, расслабляющее. Какой-нибудь брелочек или еще что-нибудь такое новогоднее. Посмотрю по готовым схемам, даже придумывать ничего не хочу, просто потому что очень устала и совершенно не хочется забивать себе голову, просто хочется спокойно по готовой схеме вязать. Поэтому пойду поищу что-то, и если найду, если я успею что-то сделать еще сегодня, то обязательно к вам подключусь, покажу вам, что и как у меня, потому что видео, думаю, что сегодня будет не очень большим, но они как бы каждый день и так не могут быть огромными видео, потому что я все-таки целый день на работе, прихожу, тоже домашние дела делаю, и каждый день, ну, обычный быт, так скажем, рабочего человека, он день на день получается практически одинаковый. Я и так пытаюсь вам их, эти видео, разнообразить, чтобы вам было интереснее смотреть. Но они довольно коротенькие. Я думаю, что вы не обижаетесь на меня, что они очень маленькие. Зато каждый день мы с вами будем встречаться, и вы можете понаблюдать за моей
настоящей жизнью за кадром, так скажем, и получше меня узнать. И также у меня проходят влогмасы и на другом канале, на книжном, там немножечко в другую сторону, в книжную больше, и совершенно другие кадры, не те, которые я вам снимаю, то есть мне приходится одновременно в день снимать два разных видео, чтобы они не были похожи друг на друга. По крайней мере, я стараюсь это делать, чтобы те люди, которые подписаны на этот канал и на тот, чтобы им было интересно смотреть. Так что побежала вязать, попозже еще подключусь и покажу вам, что у меня получится. Итак, у меня время почти 12:30 ночи. Я довязала игрушку, какую я хотела. Это чистый экспромт, просто чтобы закончить остатки пряжи, использовать, которые у меня остались. Вот такая елочка у меня получилась. Ничего тут сложного нет. Я вязала ее без схемы, то есть на обум. У меня оставалось немножечко красного цвета. Это удачный выбор. А белый цвет — это каприз. В две нитки у меня тоже чуть-чуть оставался. И вот такая травка лотос у меня тоже оставалась. Прям буквально маленький такой моточек. Новый моток я еще не открывала, у меня тоже есть такой еще целый. Вот, поэтому я решила сделать вот такую елочку, совсем маленькую, небольшую. Бусинки были розовые и серебряные, поэтому я нарядила ее вот таким образом. Думаю, что кому-нибудь такая дешевенькая игрушка приглянется и она продастся. Почему сделала такую дешевенькую маленькую игрушечку? Потому что в прошлом году у меня очень много народа спрашивало небольшие игрушки новогодние, чтобы самим не делать и отнести в садик в качестве поделки новогодней. Цена большая как бы не устраивала людей, потому что хочется поделку купить. Ну, купить не очень дорогую, да, и в то же время самим не мучиться и ее не делать. Поэтому вот такие игрушки, они будут отлично подходить для вот таких мероприятий, так скажем. Потому что в прошлом году я вязала снеговичков и, не помню, маленьких, по-моему, поросят тоже брали именно в детский сад на поделку. А вот это прекрасно подойдет, она совершенно будет недорогая, просто чтобы использовать, как я сказала, остатки пряжи, и в то же время будет на столе стоять красиво новогодний такой декорчик. Вот так. Такая у меня игрушка получилась. И в качестве новогодней игрушки на елку она тоже прекрасно подойдет. Вы меня спрашивали, какие можно связать игрушки на елочку, то вот маленькую мини-елочку. Здесь у меня вставлен картон, и в принципе ее даже можно вот так поставить, чтобы можно ее там на полочку поставить или около телевизора, или еще где-то тоже в качестве новогоднего декора дома будет отлично смотреться. Так что вот сегодня по моим продвижениям это небольшая елочка и одна голова вот моего дракошки. Буду завтра тоже стараться его доделывать дракона, потому что совсем немного уже времени до ярмарок. Надо потихонечку пересилить себя и все-таки сделать. Потому что у меня и уши уже готовы. Осталось только две головы связать. Вот такая елочка у меня сегодня получилась. На этом я, наверное, буду с вами прощаться. Увидимся уже завтра. Совсем чуть-чуть у нас времени на расставание, потому что в 6 утра, ну, максимум в 7, я уже с вами опять встречусь. Буду снимать следующий день, 4-й, влогмас. И постараюсь, конечно, вам снимать как можно больше таких влогмасов каждый день. Не знаю, насколько меня хватит, но пока что я держусь и стараюсь как можно больше
поснимать и выложить вовремя все на канал. Надеюсь, вам нравятся такие видео. Хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли вообще снимать такие влогмасы, интересны ли они вам, или просто оставить как раньше рубрику «Рукодельный влог» на 2-3 дня, просто кратко рассказывая, о чем я вижу, и оставить обзоры игрушек. Ну, как бы обзоры, они никуда и не денутся, я все равно, конечно, их буду снимать, но нужны ли вот такие ежедневные влогмасы на этом канале? Если вам не интересно, например, их смотреть, то я их буду снимать только на книжный канал и не тратить свое мнение, свое время, так скажем. Поэтому очень хочется узнать, интересно вам такой формат новогодний или нет, чтобы в дальнейшем мне уже корректировать выпуск своих видео и знать, что больше вам нравится. Поэтому, пожалуйста, ваши ответы напишите мне в комментариях, я с удовольствием почитаю и с вами там даже поболтаю, если захотите. Ну а на этом я сегодня буду прощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Я с вами увижусь уже завтра. Всем до новых встреч. Пока-пока.